Ці гроші Росія нам все-таки не віддасть, не віддасть ці гроші. Тут більше всього, що на мою думку, що все-таки буде простіше, не так просто, але повернути Крим. Що б я сказала, не треба було так просто віддавати без єдиного пострілу. Патріотів було достатньо, їх треба було зупиняти. По-перше, по-друге, грошей вони не дадуть. Одне жалкую, що я так любила в Крим подорожувати, і ці краєвиди. І зараз не тільки, на жаль, я не можу туди повернутися, тому що вже багато обставин на це тисне. І тому ця краса для нас, як відпочинок, як насолода, як історична земля, вона трохи від нас відійшла. Я вважаю, що потрібно брати обов'язково, і я вважаю, що це не можна вважати, що ми її продаємо, Крим, територію, да? А, скажімо так, беремо аренду, как минимум. А 50 миллиардов – это достаточная сумма, на вашу думку? Ну, на первое время – да. Это не мне решать, но, конечно, наш Крым должен быть нашим. Вы выбрали Крым на 50 миллиардов? Нет, нет, только Крым. Уже, если закінчиться война, тоді уже подумать про Крым. Можливо его повернуть или неможливо. Ну, ось, а 50 миллиардов – это достаточная сумма? Ну, можливо, и больше, но не знаю, что это получится. Ну, в принципе, сумма, конечно, большая, но это само собой. Но было бы идеально, если бы и забрать, и сумму, и Крым вместе взять. Но это было бы самое лучшее. Я считаю, что независимо от того, сколько бы денег не запросило наше государство и не предложили нам за часть нашей территории, это было бы все равно неравноценно. Потому что это исторически так, наверное, получилось, что это наша территория, и никакие деньги не стоят человеческих жизней, никакие деньги не стоят тех страданий, которые получились в итоге.